Всем привет, с вами Дема. Ну, мы так пришли, не хотели засмотреть долго. Да, мы идем в кинотеатр еще долго. У Дома сегодня день рождения. Да, я уже говорил в коротком видео. Сейчас воскресенье сидят. Будем мультик смотреть в кинотеатре. В Польском дворе, да, вот. Вы тоже смотрите. Второе видео. Я буду я не буду вам показывать мой мультик, потому что у меня сразу откроется вот так. Я скажу. Давай. Откроется так. Несколько минут пройдет и все отключится. Можно скажу? Давай, не говори. Мы снимем видео сегодня, когда мы посмотрим этот мультик, уже на втором видео скажем, как он, ну, какой-то скучный. Супер-супер крутой. В том видео будет Простите, еще будет у меня день рождения, еще одна. Кстати, у моего дедушки Боря, но у него тоже день рождения. Да. Я родился, когда у дедушки моего было день рождения, я родился. Да, а потом у него было день рождения. Да. И, кстати, я для него подарок сделал. Пишите в комментарии, кто, для кого вы сделали подарок. Вот. Наверное, это. Нет, я же рядом с телефоном, значит, мне будет громко слышно, а тебе не говорю. Да, он сколько подарков получил? Раз, два, три. Три подарка получил. Четыре, пять. Пять подарков. Пять подарков. Шесть. Получил. Шесть подарков. Еще телефон золотой был. Золотой телефон. Что-то, наверное, от мамы будет подарок, может быть. Еще три. Знакомых будет еще гость. Там Ульяна еще кого-то. Вон, мы уже приближаемся. Вон. Да. Вон, мам, смотри. Наверное, там будет картинка. Там будет эта картинка поиска Дори. Ладно, на этом мы заканчиваем. Вот, с вами был Дема и Артем. Всем удачи и всем пока. Ставьте лайки и пишите в комментарии, что еще сделать.